Да мы за два мага уже пол корабля снесли, больше даже. Там первый слева слакает, по-моему. Ганс. Я слакер, да. Я так. Перелететь не хотите? Уже 30 статусов. Надо. Хильте. Эрдру хотает. Шаманы хлепал. Хилят звездочку. Да возвращаешься? А, уже заморозился. Что там, мастер, у тебя мобы не копятся? Нет. Подбеги, набрось каплю. Такая сейчас будет очень больно. Да нормально. Да возвращайтесь уже, он сейчас добьет. Не надо. Бой, ты 99 стаков держал. При хороших хилах. Мага убивает быстрее. Батю нарядно. Не стало массаковой. Не знаю, нет, наверное, не видел. Да, около 4, короче. Добиваем его. Храм. Японец, скинь на себя божественную защиту, на меня зу... Да, это... Длань защиты. Длань жертвы. Все нормально. Все. Короче, сейчас каким-то образом скинем бой, или спрыгнем, или чё, хуй знает, но мы скинем. Давай, я притворюсь. Нету боя, всех бамбов, никакого боя нету. Чем привели? Нет, тоже боя нет. На раздавайке бой, на войде бой, на уходе. Сейчас после кораблей он остановится, должен скинуться. Бой, да? Как бой, да? В три хила захилят, может я тоже буду. Вот, вот смотри, пронзительный визг. Это значит. Это дракон. Это дракона босса где-то. Сейчас он прилетит сюда. Он может и не прилететь. Вот он. А он летит, летит. Вверх летит на корабль. Или просто нет, это не тот дракон. Или тот. Нет, это просто летает. Не, вон он, дракон на меня смотрит. Вон, видишь? Смотрю. Значит, как на делаем? Прости, у тебя бой есть? Да. Улево. По-любому шаман гол, да? Когда упал, блять, его взял. Да, по-любому. Лево. Давай это, я тебе скину, дай мне этого. А, он не летит, он стоит просто. Можно, да? Скинуться с корабля, по идее. Скидываемся с корабля все и заходим заново. Так давай, да? Я тебе скину, или нет? Это все уже улетел. Блядь, а я скину, сука! Спасите нас! Еба. Умер. Падайте. Только не заходи. Все или у кого-то, у кого только бой? Как все, да, упадут, все. Я скажу, чтоб вы заходили. Вы не заходите. Ну, кстати, дракон перемещается почему-то. Вот сначала все упадите, потом он перестанет перемещаться. Не, он вверх перемещался. Но очень медленно наверх. Это не тот дракон. Нет, он на меня смотрит. Ну, умри. Доброжелательный. Спрыгните. Гриб, прыгай. Да блин. Да, это всем надо прыгать, ребят. Ну хуй положили и хуй на вас тогда, заходим.
Потому что я был не в бою, кто-то скинул себя агро, он на меня заагрил. Ясно все. Ясно. О! Кстати, пароль на офспек. Вот твой дракон прилетел. Забирай. О! Войд, иди забирай. Войд, иди забирай, говорю. А я заберу. О, да ладно, что ты? Заходите, ТП-штись и бейте это. Или еще раздролов ни разу не было. Не Но было если еще... вы так спрыгивать будете по полчаса, то разрола вообще не будет. С этого момента у нас осталось 1:50 примерно. Тогда пуляй. Это мы отпивали. Всё, вроде спал. Чё там, слот желающий не нашёлся, никто? Ну, никто не пишет. А есть у кого-нибудь рыба? Я бы взял одного человека, но сейчас... Чё такое? О, сожирай. Ну, пускай идёт. Он хотел. Не, не хотел, я говорю, если... Заходи, как раз слот есть. Кем, магом? Да. Не, шмагов, миликов до хилища и так. Что такое разок? Ты заходишь? Я захожу. Вы на кораблях? Не, уже на сумке. Шуру. Поставьте шкаф. Ну, вот, конечно, короче, выйду эту варм квест сделал. Гриф, шкаф. Так, чё, ты мастеру плюс унёшь, да? Или что, или меня сможешь? Да. Дай мне ассиста. Он мне плюсанул. А я всем через кто? Снимай. Так. Сейчас присумонится и начнем. Пока запускается босс, там забафайте мага. А есть рыбка? Запустил. Босса на ступеньках держи. Сдавак, я тебе, короче, ему как. Сзади рыбку поставил. Давай рыбу, рыбу, рыбу. О, хорош. На раздаваку МК? Да. Да. Это же МК. Ты чего? Дай по единственному ШП в рейде. Ты пристой. Я тоже единственный Элем. Не, раздавака. Ну раздавака лет больше, чем ты, так что. А кого ебёт? Ну вы поняли, да? Я тоже хочу выделяться. Тут забей вообще. Бля, я даже смотекалась. А какой шаман это? Ой, какой маг это сказал? Высший. Я вот прямо запомнила. Найс, о, вовремя, блядь! Найс, найс. Ну, сука! Префайром, блядь. Шамак. Красава. Это он думал, как на офе.
Мастер, что спишь? Я чуть проебал. Думал, это... Ты давай ему показывай, как ты ему... Не показывай, ты ему... Забери. Ты тоже спишь? Нет. Не знаю, я там нажал, ударил на ножки. Наверное, там нажал. Говорит 30к, там 30к, да. Теперь забери. Ну почти. Чё там воля? Скиньте ДПС. Больше давала. Где огонь идет на стихийный взрыв, а там как? Ну все тогда. Пошли дальше. Не, я имею в виду от МК. Где раздавака? А что, нормальный же с вами хантовым воду? 9к ДПС. Ну если, блять, протопалом там почти на... десятка. Пробейка. Ну, да. Учитывая то, что у меня 2 куска всего лишь, это нормально. Как протопалы на... Я не понял, ну. Что там, открыли портал? Да. Нет. Скиньте ДПС по боссу. Гриб, а, гриб, есть? Гриб. Есть какой-нибудь прям по боссу ДПС? Может тут показать какой? Именно по боссу? Да. Mm-hmm. Это скада только показывает, да? Слушай, бать, фикс, нашел лапу. У меня 3 нет, мне надо Медису кидать, либо еврею, нахуй, видео, где он дает ДПС, блядь, раздавать его, пофиг. Все равно нет. Типа Адам, не похож. А что там, осколок-то упал вообще? Угу. Не везет. Шабычка какой-то. Ты про рыбки, что ли? Что то понятно. Магия бомжа, офигенный ник у него, конечно. Блин, здесь... Ты не забывай, что он себе фул доносит. А ты далеко уж еще не вниз. Диспайл.
Там донят. Куда сегодня не пойду, блядь, все лутану нахуй, блядь, то воронка падает, то боешка, заебали. Кстати, сколько у меня уже ОД? Мне надо ОД много. Мало. Ну что хочешь? Надо ТМ выкупить. Ты которую улили, да? Тут которая. Я сейчас дам это вам вчера. Да, лилию продаю. Да, инту мне тоже не дали. Получайте вот такую инту замечательную. Все, вполне оптек неплохой он мне становится. Еще бы, конечно, колечко с кораблей, немцы или товары обычно. Ты забирал бы ее? Кольцо забрал, да. А, я ее ищу, блядь. Это самое... Настя, спикни сейчас в R2, не агри собаку просто. Спиканись в R2. Вообще-то я уже в R2, обидно. А, хорошо. Да что это за ДПС такой был вообще? Кстати. Что за ДПС? Ну. Кого? Твин третьей каты без грилей с хуёвыми тринками на третьем месте. В смысле, говно тринками, ты о чём позвонишь? А, и в Т5, да? Трини дерьмо. А Т5 тоже дерьмо, наверное, не понял. Грилей нету, каты нету. Осталось Т5 снять. В общем доступе уже давно есть. Да, уже каждый получает. А? И 5 уже каждый Если его не получать, это тогда вообще... Что там? Раздавака очень слабо надамажил. Если 5 сложно получить, тогда это очень странно. Ну вот серьезно, ребят. Сложно на шамана получить Т5, чё? Да при чём тут на шамана? Ничего уже. Сложно на протовары получить Т5, блядь. Вот это да! Проехали, да. А если гильдия не ходит в эти инсты? То тогда вступай к нам в гильдию. Там кол. Там Т5 боссы. Некоторые из них убиваются любым рейдом. Ну да. Ой, пиди ленточку, запитай. Сзади трэш. Там просто боссы манекены, ты стоишь и просто отдай. Босс. Три босса в Зайсе как минимум. Уга рейдит. Маленьких зауешь. Значит, первый взрыв дают Т4. Дохилер. Ты отдал сейчас? Сейчас да. Бать фиксиков. Какой ник был? Кстати, посмотри сейчас. Значит, а второй взрыв будет, дашь ему сак. Просто, кстати, смотрел неправильно на шпшке делаешь. Увалились. Да я слакал этот бой, пиздец. Трэш доту, блять, проебываю таргет, не подбрал. Еще на пок убил. А, у тебя стаки сбросил? Да там они вообще не стакались. А что, вы с ним еще продолжать будете аренить? Да, он сейчас как раз будет дофармить, повыше должен подняться. А что такое? А, ну я так и понял, что у вас этот гир встал. В смысле? Ну, то, что его шоты стали, да? Ну, выше. О, нет, на дамаг просто не хватает выше. А, и его не шотают, что ли? Жил он 247. Да, он 247 был. А сколько рез у него? Блять, он фулл БП, кроме шеи. А, диспал. Без ПВЕшки. Я 30 секунд курну ролаю, ладно? Давай. Там это, может, ЗМ-шку сбрить.
Грит, прости. Так, как убивают с пугами этого босса, рассказывайте мне. Просто видит пугов, кидается в Долоран, паркируется и уходит с ним. Да как, все под босса, наверное, ловим переспор. Сейчас пуга, рейзайди. Что, все под босса? Помолчите. Кто спрашивал это? Кто сказал все под босса? Не придумывайте ничего. Прибейте этого человека. Прости, прости, эти базали. Ого, раздевалка, где 127 выкинул. Еще раз давай кидайте из ТВ, вообще забить. Да, надо, кстати. Жалко, стихийный урон у него, мать. Так, Леха, бежит фиксик тут. Паханту, дайте каску и кулак. Каски не вижу. Дайте хоть препод нормально выпить-то. С учетом там все дела. Есть Рыбокова. Одна под боссом, одна в кружке, одна звезде. Шаман в простоте звезде, улипал в кружке. Фиксик, ты тут? 30 секунд прошло. Я релок. А, не, наебал. Я релок. Чё, рыбы ни у кого нет? Лёша ставил обычно. У меня есть одна, ребят, но я её на потом берегу. Там на Ланотель, на кого-нибудь. После лича пустая. Лича пустая. Во, поставили рыбу. Но больше не будет. Можно было бы обратно поднять. Ну, типа там 20 вкусов откусили, 20 осталось. Поверь, всегда найдется, кто сожрет больше меры, бля. Короче, без него гуляем. Полчок. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычно. Споры, звезда, кружок. Одна под босса. Под босса вернись. Анту, иди. Ай, пошел. Также споры.
Сорян, Рыла. Это не 30 секунд. Надо было курнуть еще кофе навести. Ты так и говори в следующий раз. Пора. Я их не увидел. 8-9, без разницы. Добран. А не могу забрать, что за на? Он тебя бьет. Кто-то пало, хильте хорошенько. Без, блядь, погиба. Сова в 10? Да. Индер по Шамоголу, дай. Шамоголу ставь ты, да. Лутер на те же, да? Да. Там ловушка будет еще в коридоре. Мобов маленьких убьем. Шли дальше. Все, Шазе пас наказал, ребят. Кровь, ягодный торт закинь сразу. Что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Блин, всегда хотел спросить, ягодный или ягодный? Ягодный. А то сегодня кто-то где-то говорил, что ягодный. Нахуй ты из-за логиной стал? А, это моя тринка, блядь. Моя же, да, удари. Это он про моего питомца говорит, да? Червей бьем. Угу. Настя, что это там, какие-то люди освободились, если что? Там, если что, говори. О, боешка, ружья. Не знаю, за сколько эту боешку покупал? 2018. 44 голда. За 1300, за 5 продать не могу. За 5к покупал, да. На своего по товару. Аукцион 1098 покупал. Подходим на него. Ребахнет, где кто падал. Так, что ты из ней поводишь, да? Да. Японец. Там? Чек на пол. Блять. Оф. Я без бафа. Ну за баф. Баф. Паладин и каск. По Гере там, как? Кому? Друиды баф, по паладину. Не надо диспейлить. По паладинам каску. М?
давака накручивал. Это все сила, мощь и тайной магии. Матёлами званы. А что? Они не сводят мел. Вот два больших тебя. Да, точно. Уходит. Ты... Я весь бой бил одной пушкой. Уходит 10. Ты как-то. Ты сам увидел, как ты умер. Ты вроде как отпрыгивал и умер, да, в полете? А чё, из-за чего ты умер? Блин, конечно. Мне кажется, он уже умер. У него мелкий блеван. Был большой. Ну, босс блевал, я там помню. А, Лука, у тебя шкаф есть еще? Чё-то не хару по мане просаживается. Просто, отец, давай гейм этот тотем. Блять, по два спрыгнул, а сверни. Разворачивался. Из лужи, может, выйдете? Никто в луже не стоит. Если будешь пятый ловить, подальше стезня, ага. Взрывается. Стоим пока. Приготовились, побежали. Сейчас чисто из-за того, что босс бьет, прохилит. Все, лям, добивайте. Тоже кровь тату. Но есть и отличные новости. Он оставил куда? Слизи, на кровь. По ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Ой, присумоните, можно я пойду квест там? А у тебя время на ут не сколько там осталось? Я смотрю. Еще много времени. Да. Какие запы надо, я так понял. Нужно будет. Это, да. Душу пососать. А, у тебя нет шкафа, да, сейчас? Почему гриб есть у нас? Гриб, поставь тут шкаф, пожалуйста. Сразу кинем по ней сумму, там 2 минуты. Есть у кого почтовый ящик? Если Лоран, надо кому, давай поставлю под Лоран, там почту возьмешь и этот цеп. Что-то я забыл тринку купить, у меня стоит. Я подключил Сумон, давай и начнем трешак. Тыкните. А ты куда, мастер, где делся? Так, это на грибу надо спросить. Гриб. Я пока не читала его. Это где делается? В этом. Метистовой крепости. Там ступеньки идет. Со стороны Альянс справа от банка. Короче, в правом углу.
там мокко жирный. А, ты про это? Встал, встал зиму. А, там в этот ты кидаешь. Нет. Короче, в Nexus. Надо было с чувачком, да, поговорить? У которого квест взяла. Да, он тебя портует. По другой подумал, думаю, ты еще сдаешь. Блин, забей, реально, сейчас это очень долго делать, там потом дальше принеси, подай, иди нахуй, не мешай, вот это побегай по озеру, вот это моя. Нет, вне рейда, это вне рейда надо делать. Остановление не делаю, вообще меня присуманили, я уже возле вас. Да, да. Кто шарит на маджи эти плечи, где чай? Драконий союз, что ли? У Хазиров. Киринтон. Ой, блин. Киринтон, это... Плечи? Плечи это... Плечи это начертатель. Ну, либо да. Там топ. Ну, у меня там вообще не апнуты даже печенье. Они когда апают печеньками, черки остают. Ну, Т10. Нет, не остают. Хочешь делать, блядь, ебаного аркана, блядь, Т10? Вот две штучки у меня есть сейчас. Но я не буду 4-4 одевать. Ты не долбоёб. Кто там кулак раздает, обновить? Так, ну самое опасное, давай. Бросьте кружок. Ну и рыцаря квадрат. Фиксик или японец, кто-то из вас законтрольте. Убиваем первым череп. Подожди. Вынести фонарь сейчас. Ну и там остальные контроли по желанию там. Ретрики там. Все, поехали. Ой! Спускаемся вниз сразу. Все, нахуй его фиряете. Играйте по магу. По треугольнику. Всех не забираем. После черепа эти бывают. Квинтипов один. Они больше бегают, чем сука босс. Кто-то смотрел, просто смотрел, как хило хилят. На тухлом там. Ну, относительно равные. Чё думаешь, Палани эти 5 хилов нормально? Они про Палани нормально, по Синдрению. Спасибо, они и на Алане тоже. С тем, как, сука, факты сносятся в таких рейдах. Ну, в таких рейдах как раз нужно тактику перечислять потом. Я всегда могу зайти на ДЦ. Я на ШП могу зайти. Могу сошить. Там два эрдру нормально зайдут. Так, значит, прости кружок. Квадратик. Какой-то ретрик. Давай я. Значит, по приоритету, кого убьем первого. Значит, сначала мы убиваем череп, потом крест. Крест держит мастер, череп держу я.
Остальные мобы по желанию. Рослого желательно законтролить, скелета ебучего мага. Гуляем. Через череп. Квадратик вышел с контроля. Я отдам фирме. Череп. Просто череп и песка. Ты думаешь, я резин? Профессор там. Закроем? Почему он так накилил? Потому что он килил только цепухой. Как он только накрыл? Заставим всех купить сапроты, все выпить сапроты. Отбьем. Потом мага бьет. Кто тут на мейн персонажах? Плюс чат можете прописать? Я на твиле. Я тоже. Не, типа вот из слабых. Идей на мейн персонажа. Предлагаешь типа... Хочу узнать, кому надо объяснить так. Самый слабый. Сюда плюсанули люди на фулл инст. Все тактику знают. Нормально. Меня вот только раздражает, почему у меня ни рекаунт, ни скада не работает. Я не могу ничего посмотреть ради своего же интереса. Ну что ты ДПС умеришь? Интересно тебе, да? Ты какой? Чего? Ник свой. Я годный торт. Ты пятая по ДПС. Да, в цифрах посмотреть, что по... 18500, гнилой, тухлый, 16200. Короче, на пятом месте с нижней стороны. Для успеха нормально. Есть какой-нибудь почта? Там еще мобы остались, 3 штуки с левой стороны. Видите? Поставишь потом батя фиксик? Че фиксиков? Я говорю, поставишь потом почту, пожалуйста? Стоит, друг. Спасибо. Очень важное письмо. Наверное, от девушки. А потом ты проснулся. Так. А, не. Голда салка пришла. Музык, это еще важнее, блядь. Где ты через И пишешь? Он через жиру, через И. Ты чё, умный? Это как Молдозар. Редвар называют. Редвар. Молдозар — это еще тот кидок. Такой. Кстати, кто такие фиксики, объясни. Будешь я так базарить, знаю. Будешь под толпышком. Не, я уже спрашивал просто. Это... Сейчас... Большой секрет. Имя. Кто такие фиксики? Молчали. Молчите. Лёха релогается. Лёха, ты тут? Шизель? Да, здесь. Заходишь? Выкинула. Ты уже на боссе, что ли?
перезахожу. Что, Зеб, заходишь? Да, вы на боссе? Да. На личе стоим, сейчас пулять будем. Это как редбака, только два в одном, да? Значит, я на двоих, ты на келе. Роги, хорты. На пуле тебе, на пуле тебе. Я на двоих? Я на двоих, ты на келе. Раздавалка, можешь не бить. Секунд так 40. Кулак, обновите ханту. Можем АФКшить. А чё ты думаешь так? Давайте я не одна буду подбивать. У нас хилить, да, не? Ну и что? Я помогу, конечно. А вы шкаф поставили? Мне тогда с япончиком хватило, мы там пузыри. Поставили, уже сумоним твой труп. Да, мы тогда задолбались всё подбивать. Японец, обнови кулак ханту. Сейчас по всем обновлю. Че вы там заходите сейчас, Деп? Да. Ровно 5 секунд. Все, кидай. Сейчас, без секунды отойду. А где Дарскул? Ласк не хватит. Вот, тем более, то есть ты хотел, чтобы я МК тебе кинул, когда у тебя упс. Блин. Чек на пол. Забавьте ДК. Ладно. Паладин и кулак, каску по ДК. Вас 5 или сколько? 1, 2, 3, 4, 5. Просто на кого бог пошлет, натыкивайте нормально. Тор тут. Сер ДД. Желтые шарики с потолка падают. Лак дайте. Под ДК. Понял. Я ж тебе дал. Полина тут. Братишка на магии, а ты мог отойти от меня? Там зашло. Огромная сфера сделала меня неумерослодителью. А чё вот вы пружинки белые не видите? Вот вы в них бежите. Нормально вам? У двери бежит? Падает, у двери падает. Там маг бьёт. Можешь не водиться, поставить на месте, спасибо. Поставил. Mm-hmm.
Вала надо добиваем. Как мне выйдет? Наверное, на тебе ход летят, да? Ну что, наказал? А ты что в сфере не играл? Потому что я на шизепе наказал. Два тела там резать. Понимаю. Куранул, наверное, парень. Гриб, ты что вообще? Почувствовался танком? Кого-то тут нет, который несется вперед. О, сапсу, честно. Где-то подожди. Ну, обычно танки просто несутся вперед, да. Дальше можешь не идти. На вальку идем. Чему? Можно? Сначала на вальку идем. Верю? Бля. Маба, добейте сначала, лейтенант. Сова, куда вы побежали? Алло, блядь. Я а чё, кстати, упало с первого босса? А Полинтюр? Блин, тролли еще какие-то. Пошли на манже, ничего не было. Гриба есть. Ну, на вальке там... Чё? Кто хилит вальку? Ну вальку похилят. Сейчас посмотрим. Шамагол, я так думаю. Полина, Холипал, Матеола с просто отцом и еще Эльдру посидят на рейде. Я хиляю? Да, на вальке. Да, на вальке. Ну, пока трэш мушку. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Там Лёша завис, по-моему. Yeah.
Слушай, стойте. Ники, выйдите. Сука, ты вот спать пойдешь. Нахуй надо, сиди до утра играй. Завтра выходной. Пройдем на фул. Там БГ побегаешь и следующий артур будет. Это плохо, не плохо. Просто шутка. Будешь как я письма, не от девушек получать, а с голдой. А у вас гильдия вообще есть мультирога? Мультирога есть. Да, он на всех стыках играет. Мультирога, блядь. Это как мультиварка, только рога, да? Мульти. Ну, первый век. Мультифора. Ник. Ник у него такой, да? Мультифора. Нет. Мультимиллионер. Ну, наверное, нормальный, да? Мы пытаемся слова на мульти придумать. Нормальный ли у него голос? ДПС, ДПС. Мультификсик. ДПС? Да-да. ДПС, нормально. Мульти-ДПС. Мульти-КПС-ДПС, я понял. Какой там может быть ДПС, когда у тебя на втором месте автоатака, а на первом ау вихрь? Мульти, ау я вихрь. Или это я не прав, или вот этому другой. Червю, вот этому крестику, этому червю дается стан. Видите, тогда не... Червю. Я не знаю, я душу собираю, меня что-то... Я к слову к ретрикам обращаюсь, блядь. Чинджитсу там нормально, да, по пол хп ловить? Стан дали в касте, нормально будет. Также удар по почкам работает. Вот, видите, как прекрасно. Никто стан не дал, ну успели добить. Я дал массу. Как не дал? Я дал, под самый конец. Меня он в ПД ушел. Сука, как меня бесит в протопале, блять, собирай души, это ж не... Ты их, по-моему, уже год собираешь. Я думаю, что хожу протопалом, либо палом, вообще в рейд. Остываем оба. Я вам пока особо не пишу помочь, блядь. Хотя бы Келли убить нахуй из Эспа. Заодно один из фанатов. Релиш? Типа этого. Бьем вот этого червя. Червя, блядь! Одному из червей можете стан давать. Вот видите, не дал стан, рога умер. Я одному дала, другой. Ставишь вы на Солариан, блядь, давай. Ладно, ясно, все, блядь. Стана никто не дает, придется развести мобов, да? Дал стан. Хули. Дал стан, когда уже не там. Батя, ты аренишь с аддонами, с злами всякими. Зачем? Подожди, блядь, в смысле с аддонами? Ну, я спрашиваю, ты с аддонами играешь или нет? Конец рейда будет. Нет, еще зачем они? Я скажу вам, когда будет конец, когда будет разрол. Я тоже. Это сначала, очень хорошо. Сначала захилим Вальку, посмотрим. Потом подойдем на Лану.
Я теперь понимаю, почему, блядь, много людей сидят на один канал. На чем сидят? Ты думаешь, из-за того, что за бутылку играют, что ли? На чем сидят, уточни, я не понял. На бутылке. Не, я просто не понял, что он сказал. На чем ты сидишь? На один кам. Он понял, почему люди сидят на один кам многие, потому что они нет одного. Да-да. Один кам это что такое? ПВЕ. ПВП, ПВП. ПВП? А что такое ПВП? Ну, а там, где челы всякие бегают. Чили сами могут дать. Челы бегают и любят. И никто не хочет проткнуть Валю, да? Потому что она ни в кого не кинула копье, ебану. Кидала, кто-то. Что там, Адуна тебе не помогает, что ли? Братишка. Братишка, Адуна не показывает, что ли? Ой, есть. Паладина она до этого протыкала. Паладина бесполезно потыкать, там уже большая дыра. Чё-то вы, ребятишки, распиздились, тишину поймайте. Был 25 ум тишина. Он черепок поставил, надо взять его. Только поставить успел, уже взяли. Молодцы. Блять, просто, а почему один человек не может танчить, хилить за двух хилов? И дамажить за 10 человек. Мы бы с тобой вдвоем этот инс прошли, да? Ты заходишь на оф, и соло все убивает. А оф. Оф уже не торт. Саглы. Ну вот Shadowlands это торт. Правильно, копье надо дамажить, его не надо брать. Да. Даже если будет нормально, Shadow Lens его испортит. Опа. Не бейте копье. Господи. Да, разок, еще раз копье убей. Где у меня бок, сука, не могу найти бок. Надо. Хорош. Отдельное спасибо тому друлю, который сейчас сидит. А да, обращайся еще. 10 золота смогла. Серебряного авангарда. Так. Шамагол. Полипал. Так, повтори, пожалуйста, летают. Летают. Вот эти люди с метками. Как летаем? Слева направо или право налево? Прямо и назад. Я привыкла по часовой стрелке. По часовой, пожалуйста. Летаете. Раз привыкла. Отпиваемся. Так, кто хапал хили, да? Метки. Звезда, кружок и ромбик заходят в порталы. Хилы без меток хилят гейт. Я на это нахпал им как идет. Усиление, чё, кому там? Через кого он хилит? Через лока? Или через пэт? Гриб барыга вошел в АФК. Воид. Что? Через кого попал хилит? Через лока или да через пэт? Через кого он хилит? Такие вопросы не задаешь. Ответ достойный Орелла. Да, все попадаете. Все хуя нарывы. Ебать, вообще. Лёха, пришёл с умом? Нельзя применить к этой цели. У меня только что прошёл. Всё, принимаем. Джипс слева стоит, починить. Обновите. Джипс по центру стоит, мой пизжи. Дешевле. Не, мой прям джипс настоящий. Мой полиролики продает, блядь. Давай. Каски. Все, ебашим. Я слева. Сейчас, сзади.
Вон, бейте черви, ползут вот этих червей. Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Мастер, ну продиспель себя. Моя. Слежу, блядь, думаю, кто будет мне диспелить? Там только по два человека, не старайтесь втиснуться в один зеленый кружок. Я все равно успею первое. Куда? Звездочка, твою... Летаем по часовой стрелке. По часовой стрелке. Может, у меня часы электронные. Слева направо. Диспелет, не диспелет, нахуй. Вы определитесь. Шамагон, вагон. МК перекидывайся, нет? Да главное, ты кидай и будет заебись. Я кидаю на того, у кого хп если больше. Давайте разгром добьем, а? Ширного не бейте, идите бейте этого. Мелких червей вон. Справа, слева. Мустанг агро набирает сначала. Разгром. Я так понял, одна один торт хилит, да? Как обычно. Они же не дамажат, да, в обычке стаки? Стаки нет. Вернись. Там сзади выходит разгром, короче. Куда? Куда ты? Я остановилась ждать шаму. Ну ладно. Дарай. Жди сама. Никого хил. Смотри, осторожно, мастер, на нее срывается могущество. Почему-то жирный только с моей стороны выходит. О, стою уже. Нихуя себе. Вот разгром, где скелет. Где толстый, блин. Че, вы так без гера? Там да хули, да. Там столько стаков, миллион. Нате вам гин. Или че, или после захила можно дать. Все. Сейчас давайте. Так, идем к лане.
Нету меда, да? Да, пока. Сейчас посмотрим на Ваню, не знаю, надо ли. У тебя время давно шмоток не есть, Ковач? Все нормально. Что-то какая-то пёртая обычка на осколке, тьфу-тьфу-тьфу. Целый час еще времени. На двух...